Здесь сведения о тебе, об Антоне за 6 лет. Бумаги, вырезки, фотографии, в общем, все это. И зачем это мне? Делай, что хочешь. Выброси, сожги. Я просто не хочу больше никому мстить. Я очень много о тебе знаю. Я думаю, нам надо остановиться. Чего ты хочешь? Мне нужна моя дочь. Мне надо, чтобы мне вернули родительские права. У тебя есть связи. Поможешь? Ясно. Хорошо. Я попробую. Я попробую. Сошли. Вы мне дочь разбудили. Я же вам сказала, что я вас больше видеть не хочу. Извини. Это важно. Что это? Это досье на меня и твоего мужа, которые Шагин собирал в течение 6 лет, чтобы расправиться с нами. Ты обязан знать правду. Извини, что потревожил. Антипин. Чем могу помочь? Я по поводу Егора Колокольцева. Вот здесь собраны все необходимые документы. Я знаю состояние его здоровья, я врач. Я хотел бы усыновить мальчика. Дело в том, что Егор уже нашел семью. Как? Около 3 месяцев назад молодая бездетная пара. Очень, кстати, симпатичные люди. Подождите. Они знают, что ему предстоит операция на сердце? Операция уже не нужна. Вернее, она проведена и очень успешно, и мальчик чувствует себя хорошо. Да вы когда его видели в последний раз? А хотите посмотреть картотеку? Познакомиться с другими детьми? Нет, спасибо большое. Всего доброго. Опять аренду повышают? С какого числа? С 1 августа. И на сколько? Почти на 4000. Без 50 рублей. 3 970. Ну, я поговорил с врачами. Ну и что? А что? Они извлекли пулю. И не знают, куда она подевалась. Шагин. Ну, потеряли, видимо, нечаянно. Потеряли. Они же не имеют права. Не имели. Ну, такое бывает.
Ты пришел показания у меня взять? Я ничего не могу рассказать. Было темно, стреляли из-за деревьев. Все. Мы нашли стрелка. Это Валентина Вергизаева. Да нет, нет. Это был мужчина высокого роста. Лица не разглядел. Ты же сказал, что ничего не видел. Или ты покрываешь преступника? Ну ведь она убить тебя хотела, Илюш. Никто меня не хотел убить. Она гнев пыталась выплеснуть. Все. Значит, признаешь, что стреляла она? Я допускаю, но предлагаю рассмотреть другие варианты. Другие варианты? Да. Ее задержал патруль, когда она шла по обочине, мешала машинам. Остановили. Она признала, что убила человека. Хорошо. Оружие было при ней? А в чем ты спрашиваешь? Да или нет? Нет. Какая разница? Она признала, что убила человека. Она не понимала, что делать. Отвези меня к ней. Ни за что. Хорошо, я сам поеду. Стой, 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 Иран. Слушайте, неужели вы не понимаете, что она в таком же положении, как и я, 6 лет назад? Но ты не стрелял в человека. Ну да. Может, стоило? Будешь смотреть, как я штаны надеваю? Нет, не буду. Зачем ты убил Антона? Я не убивал. Я видела коробку. Какую коробку? Коробку с документами, которые ты собирал на Антона. Я объясню тебе сейчас. Это... Не надо ничего объяснять. И приходить сюда тоже не надо. Подожди, Валя. Подожди, Валя. Послушай меня. Я все сказала. Я прошу тебя, послушай. Знаешь его, что ли? Если бы знала, не снимала. Что, давно они следят за тобой? Я ездила по тому адресу, который ты мне дал. Приемных родителей Насти там нет, они переехали. Я поспрашивала у соседей. Соседи ничего не знают. А на следующий день появилась слежка. Разве Суслова могли переехать? Они же под защитой. У полиции не было оснований их удерживать. Приемный отец Насти дал им достаточно показаний, чтобы они отцепились. Ну, теперь они прицепились к нам. Фотографии Глебову показывала? Показывала. Что? Ну, это с трудом можно назвать фотографиями. У меня не получается четко снять лица. Ну, он пробил номера и сказал, что ничего особенного не нашел. Плацентарная недостаточность – это клинический синдром, обусловленный морфологическими изменениями в плаценте. Илья, если мы сейчас продолжим искать Настю, то что? Ну, что ты предлагаешь? Пусть моя дочь живет в чужой семье, так? Ну, давай, давай, говори уже. Ищем, ищем, ладно. А сейчас разберем все это на конкретном примере. Наташенька, прошу. Перерыв 10 минут.
Послушай, Илья, давай постараемся говорить спокойно и без эмоций. Мне очень жаль, что все так произошло. Жаль. Я не знал, что Валя возьмется за пистолет. А чего ты ждал? Чего ты ждал, когда давал коробкой? Что она кинется обнимать меня, целовать, что? Я повторяю тебе. Мне очень жаль. А ты не находишь, что ты очень часто повторяешь эти слова? Да Валя все неправильно поняла. Какая удобная позиция. Тебя неправильно поняли, оказывается. Ты сам ничего не делал. Никого не просил посадить в тюрьму или стрелять, убить кого-то. Все как-то само собой получилось. А ты не подумал, что Валентина маленький ребенок, а? Не подумал. Так подумай. Так, ладно. Ты же меня просил кое о чем. Кто это? Это человек, который поможет тебе вернуть родительские права. Он в курсе твоей проблемы. Сказал, что это займет неделю, максимум две. Я прошу тебя только об одном. Вытащи Валентину. Ух ты, и что происходит здесь? Дима решил реконструировать Колизей. Мы здесь будем кино показывать. У тебя будет место для работы, а у него новый бизнес. Так вы решили остаться здесь? Да, я его уговорила. Объяснила ему, что здесь тоже можно... Вера, Вера, ты забыла, что тебе сказали врачи. Привет, Илья. Привет, Дмитрий. Держи. Ребят, так у вас получилось? Да, только мы не хотели говорить раньше времени. Поздравляю, Дмитрий. Спасибо. Знаешь, а здание не такое уж безнадежное. На первом этаже поставим игровые автоматы. Дмитрий Алексеевич. Да. Можно вас на минуту? Иду. Здрасте. Вера, ты чем-то расстроена? Не хотели говорить, потому что срок еще маленький. Но тебе спасибо большое. Антипин передал меня хорошему врачу, и теперь меня даже без очереди везде пускают. Замечательно. Да. А, так это Дмитрий поэтому устроил здесь реконструкцию, чтобы поблагодарить меня? Нет, нет, не только из-за этого. Просто ближайший кинотеатр отсюда в 2 километрах. Это может быть очень рентабельно. Да? Пойдем посмотрим, где тебе сделать кабинет. Вер, да мне все равно, где. Главное, что официальное место работы было, чтобы я мог восстановить родительские права. Ладно, не буду вам мешать. Все, пока, пока. Илья. Да. Береги себя. Хорошо. Алла Павловна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Илья Шагин. Мы говорили с вами по телефону насчет вашей дочери. Проходите, пожалуйста. Валя не могла в вас стрелять. К вам приходили из прокуратуры? Если вам нужны деньги... Мне не нужны деньги. Я пришел, чтобы помочь. Скажите, чей это был пистолет? В нашем доме нет оружия. Понимаете, Алла Павловна, я видел пулю. Это очень редкий калибр. Если полиция узнает, что в вашей семье есть оружие, калибр которого совпадает, они могут использовать это против Валентины. Понимаете? Это был пистолет моего отца. Наградной трофей. Не регистрировали его, нет? Нет. А где он сейчас? Весь дом обыскала, нигде его не нашла. Это плохо. А патроны к пистолету остались? Алла Павловна, вы не обязаны мне говорить правду. Я не имею права советовать вам избавиться от улики, но если вы это сделаете, вы серьезно затрудните работу следствия, понимаете? Да.
Понимаю. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. Илья Петрович? Здравствуйте. Меня зовут Эльза Рубашкина. Я адвокат Воргизаевой. Мне поручено сообщить, что она не будет с вами общаться. Ну, тогда я буду общаться с ней. Я вам не разрешаю. Ну, вообще-то я не собирался спросить у вас разрешения. Вам придется. Иначе свидания с Валентиной не будет. Я ее адвокат. Эльза, скажите честно, это ваше первое уголовное дело? Вы когда закончили учебу? 2 года назад? Что, неужели в этом году? Ну, у вас хоть практика-то была в суде, а? Послушайте, Воргизаева моя клиентка. Если вы планируете с ней встретиться, вы должны, нравиться вам это или нет, договариваться со мной об этом заранее. Я не хочу, чтобы эмоциональное состояние моей подзащитной ухудшалось после ваших встреч. Если вы беспокоитесь за эмоциональное состояние, вы должны были выяснить, что я меньше из зол, которые угрожают Валентине. Ну, какая у вас тактика защиты, а? Она невиновна. Ну, как же она призналась? Кстати, есть свидетели. Оговорила себя под давлением. Оружие при ней не нашли. У следствия есть показания патрульных, которые остановили. И один свидетель, который видел ее недалеко от места преступления, я как раз сейчас иду с ним разговаривать. Тогда я с вами. Для этого мне же не нужно разрешение, верно? Галь, давайте еще раз уточним. Вы видели, как в меня стреляли? Нет, я видела, как вы упали. Вот смотрите, на улице было много людей. Но вы почему-то утверждаете, что стреляла Валентина. Вы что, видели в ее руке пистолет? Нет. Но, тем не менее, следователи, вы указали на нее. Почему? Она стояла на том месте, откуда стреляли, потом быстро пошла. Вы видели, что стреляла Валентина? Я слышала. Звук шел из-за кустов, потом вспышка, и на секунду показалось ее лицо. Так. Спасибо, Галя. Вы свободны? Нет. У меня есть несколько вопросов. Галина, в котором часу вы подошли к общежитию? 1:30, кажется. Было темно, вы услышали выстрел и направились прямиком туда, верно? Да. А почему вы даже не испугались? Вы не подумали, что вас могли выстрелить тоже? Я хотела помочь. Вдруг человек ранен. Вы умеете оказывать первую помощь? Да. Тогда почему вы не зафиксировали руку пострадавшего? У него ведь была перебита ключица. Я не успела, но я вызвала скорую помощь. Да, я видела отчет. Вы набрали номер и передали трубку другому человеку. Почему вы так поступили? Я плохо помню. Кажется, я держала рану, чтобы не шла кровь. А откуда вы возвращались в общежитие? От подруги. И часто вы возвращаетесь в такое позднее время? Нет. Обычно я возвращаюсь раньше, но у Милы был день рождения. И много вы выпили по этому поводу? Нет. Чуть-чуть. Я спрашиваю, потому что, по моим сведениям, на следующий день вы пропустили первую пару в университете, да? Да. А нет. Нет, извините. Вы вообще не явились на занятия, сославшись на плохое самочувствие. Передача показаний. Вас предупредили об ответственности? Да. Ну что ж, как видите, я умею собирать нужную информацию. Да, вижу, вижу. Вы избавились от свидетеля, но остались патрульные. А они лица заинтересованные. Валентина мешала движению на дороге. Почему просто не выписать штраф? Зачем нужно было ее задерживать и отправлять в отделение? Налицо превышение служебных полномочий. Ну, допустим, а что делать со мной? А что, у вас есть какие-то претензии к моей подзащитной? Вам нужна моральная или материальная компенсация? Да что, мне ничего не нужно, но судебная машина заработала. Вы сможете ее остановить? Но если вы не будете стоять у меня на пути, тогда я все смогу.
Здорово. Ну что, экспертизу показал? А что, отпечатков пальцев на гильзе нет. Ну тогда почему не отпустить Вергизаеву? Виновная она себя не признает, доказательств обратного у вас тоже нет. У нас есть мотивы, и двое постовых. Которые задержали, потому что она дорогу не там переходила? Нет, она призналась, что убила человека. А может, им послышалось, знаешь, там машин столько было. Так. Ты, патрульных, тоже хочешь сделать дураками, да? Не выйдет. Какая разница? Что там, кто сказал? Вот если я скажу, что сейчас, в данную секунду, хочу тебя задушить, ты же там тоже меня посадишь? Нет, я тебя отправлю в психушку. Глебов, ты не имеешь права задерживать меня, понятно? А вот теперь послушай меня. Мы нашли начатую коробку патронов в мусорном баке у подъезда дома Вергизаевой. Нам даже ордера не понадобилось на обыск. Мама сама во всем призналась, что у них в доме был пистолет. А ее еще не спрашивал, кто ее надоумил выбросить патроны. Думаешь, стоит спросить? Я спрошу. Валентин, ознакомься, пожалуйста. Нам надо поговорить. Валя, тебе грозит серьезная статья. Я хочу помочь тебе. Когда ты компромат на Антона собирал? Ты хотел отомстить? Хотел, но я передумал. А почему ты эту коробку не уничтожил? Я принес ее Антипину, чтобы он избавился от нее. Поверь мне, Валя, после гибели Антона я решил остановить это безумие все. Я тебе не верю. Послушай меня. Ты не должна признавать себя виновной. У тебя могут отобрать твоего сына. Я не хочу, чтобы это случилось. Я знаю, как это бывает. Отличная новость. Я собрала все твои документы для открытия ИП. Но без тебя я не могу его завести. Нужно твое заявление и подпись. Поехали. Налоговая далеко отсюда. Шагин, ты чего замер? Для того, чтобы вернуть твои родительские права, тебе нужна официальная работа. Я заняла очередь. Второй раз я там торчать не буду. Полин, мне нужно, чтобы ты поехала в другое место. Куда? Вергизаева стреляла меня возле общежития, а инспекторы задержали ее на шоссе приблизительно в 2 километрах от общаги. Ты хочешь, чтобы я поехала искать ее пистолет? Как хорошо, что ты понимаешь меня с полуслова. Полиция искала пистолет вдоль шоссе у дороги. А могли они там чем-нибудь найти, а? Там полно работающих магазинов, и женщину с пистолетом они наверняка заметили. Правильно. Так что Вергизаева выбросила пистолет раньше. М? В парке. Может быть. Привет, Полин. Че здесь делаешь? Гуляю. Ага. А ты что, следил за мной? Наблюдал. Избавляешься от оружия? А загреметь в тюрьму хочешь? А ты бы меня выдал? Во что тебя впутывает Шагин? Шагин хочет спасти человека. Подставляя тебя? Я добровольно сюда приехала. Угу, ну понятно. Остановись. Давай меняй себе начальника. Ты знаешь, что Шагин якшается с ворами, с криминалом? В тюрьме знаешь, кто его пришивал? Январев. Я не знаю, что было с Шагиным в тюрьме. Но я отлично знаю, кто он на свободе. Полин.
Майя Леонидовна. Здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста, это мой коллега, адвокат Шагин. Вы осмотрели Вергизаева? Да, осмотрела. И я с полной уверенностью могу вам сказать, что налицо все признаки состояния аффекта. Прежде чем Валентина взялась за пистолет, она испытывала фрустрацию, связанную с переживаниями своего одиночества. Потом у нее росло очень эмоциональное напряжение, так как она считала несправедливым приговор суда. И все это привело к сильнейшему кризисному состоянию и агрессии. Я правильно понимаю, она не осознавала, что она делает, куда она идет? Естественно, что, совершив преступление, она могла не осознавать, куда она идет, с какой целью. Майя Леонидовна, мы можем рассчитывать на ваши показания в суде? Да, конечно. Ну, единственное, знаете, что я вам скажу? На оправдательный приговор очень трудно надеяться. Бывало в моей практике, что такие люди получали условный срок. А что потом? Простите, я не поняла вашего вопроса. Что было потом с вашими счастливчиками, когда их отпускали на свободу? Но я специально никогда не занималась этим вопросом. Что вы конкретно хотите спросить? Ну, представим, что суд поверил в аффективную дезорганизацию психики и более-менее понял остальные ваши слова. Какой после этого напрашивается вывод? Наша подзащитная в момент совершения преступления находилась в состоянии аффекта, да? Да. А что делать с такими? Существует масса консервативных методов. Угу. То есть Вергизаеву отправят лечиться или лишат родительских прав, да? Или все это вместе одновременно? Какую вы пессимистичную картину рисуете? Да что вы, это вы рисуете. Я это рассказываю, с чем мы столкнемся в реальности. Я подожду. Спасибо. Да нет, не за что. Всего доброго. Признайтесь, идея с аффектом вам не понравилась, потому что она исходила от меня, да? Эта идея плохая, потому что не было никакого аффекта. Вергизаева прекрасно все продумала. Где меня встретить? Стояла там несколько часов. И за это время каждый человек прекрасно мог осознать, что он собирается делать. И любой психиатр, приглашенный в качестве эксперта со стороны прокуратуры, это легко заметит. А если еще он не будет глупым, как тот, которого наняли вы, то сможет доказать на языке, понятном для большинства. А если не будет второго консультанта? Не надо полагаться на язву. Почему? Ну, потому что если даже вам повезет, я подчеркиваю вам, то Вергизаева от этого проиграет. Ее ребенка могут отобрать. Но это же можно протестовать. Ну, разумеется, конечно, можно. Только все это время ребенок будет находиться далеко. А его маме придется обивать пороги разных инстанций, собирать справки всякие, бумажки. И скоро она останется одна, потому что быстро это вам надоест. Как надоедает всем адвокатам, которые предпочитают быстрые и громкие дела. Я слушаю. Алло. Понятно, понятно. Ясно. Глебов нашел пистолет с отпечатками пальцев. Установили, чьи они? Пока нет. Ну, так значит, есть надежда. Слушай, что ж вы такая упрямая, а? Валентина призналась во всем в первый же день. Зачем надо было уговаривать ее отказываться от этого признания? Вы не понимаете, что своими советами и консультациями вы только усугубляете ее положение? Да что, это игра, что ли? Состязание? А Валентина сядет в тюрьму. Понимаете? Сядет надолго. Я хотела как лучше. Это мое первое дело. В суде мне сказали на выбор, защищать Вергизаеву или вандалов. Ну что же вы, выбрали бы вандалов. Просто дело Вергизаева мне показалось сложнее. Ах, мы еще и сложности любим. Вот оно что. Я должен поговорить с Валентиной. Ты устроишь? Конечно. Ну что, подбрось меня? Не против? Только пристегните, пожалуйста.
пожалуйста, выслушайте Шагина. Нам нужна другая тактика. У следствия достаточно улик против вас, это бессмысленно отрицать. Я не хочу с ним разговаривать. Валя, суд учтет твое чистосердечное признание. Если ты скажешь, что у тебя не было намерения меня убить. Понимаешь? Ты предлагаешь мне соврать. Это заключение опекунского комитета. Мне обещали вернуть родительские права. Поздравляю. В этих бумагах, в общем, вся моя жизнь. И если бы не Антипин, я бы их никогда не собрал. Ты его смог обработать? Ну, мы все ошибаемся. Антипин это признал. И твой муж. Я тоже. Если ты считаешь, что я тебя обманываю, можешь порвать эти документы. Сильнее ты меня не накажешь. Он и вас обвел вокруг пальца. Я поняла, вы хотите упростить себе задачу. Я возьму всю вину на себя, а Шагин опять окажется в победителе. Нет, послушай, ты не так все поняла. Послушай. Я не нуждаюсь в ваших услугах больше. Мне нужен другой юрист. Валя, подумайте о сыне. Документы в порядке. Но чтобы вернуть вам родительские права, должно состояться судебное заседание. Я знаю это, поэтому пришел к вам. Один? В каком смысле один? Вы хотите увидеть мать Насти? Моя жена умерла. Я хочу увидеть приемных родителей вашей дочери. Прежде чем вернуть вам права, мы должны лишить этих прав семью Сусловых. А заседание может состояться только в присутствии обеих сторон. Я понятия не имею, где их искать, этих Сусловых. Они растворились. Тогда я ничем не смогу вам помочь. Слушайте, у меня есть работа, зарплата, комната. Не такая, конечно, просторная, но я могу снять нормальную. Не в этом дело. Я хочу увидеть мою дочь, слышите? Я не видел ее 6 лет, а вы говорите, что ничего нельзя сделать. Только потому, что эти новые родители скрываются. Не кричите, мужчина. Так сделайте что-нибудь, женщина. Я вам все сказала. Приведете Сусловых, будем рассматривать ваши требования. Где их искать, скажите? Я не знаю, это не моя проблема. Нет, ваша. Все, что от меня требовалось, я принес. С какой стати я должен искать этих Сусловых? Ищите их сами, мне нужна моя дочь. Очень ясно вам? Бойтесь. Что? Бойтесь, пройдемте на выход. Пройдемте, начинаем. Я могу рядом присесть? Пришли испортить мне аппетит? Нет, я пришел извиниться. Я вел себя грубо. Просто в последнее время я редко общаюсь с нормальными людьми. Как-то немного зачерствел, наверное. Это заметно. Вот, и даже не знаю, как это исправить. Я знаю. Как же? У меня завтра день рождения. Поздравляю. Ну вот, у вас будет такая возможность поздравить. Нестерова, 18:20. Приходите. С удовольствием. Мне кажется, я буду дико смотреться в твоей компании. Знаете что, Илья? Если вам так кажется, уходите прямо сейчас. Хорошо, я сейчас уйду. Завтра увидимся. Приятного аппетита.
Иванович, здравствуйте. Я смотрю, у вас приподнятое настроение. Ну, честно говоря, я не вижу оснований для паники. Ну, Валя была не в себе, но потом она, на ваше счастье, неважный стрелок. У меня к вам есть одно предложение. Давайте этот вопрос решим миром, и мы дадим вам отступные до начала судебного разбирательства. А вы хотите делать ставку на аффект? Я считаю, что в данном вопросе аффект может быть очень эффективным. Но в данном случае Валентину могут лишить родительских прав. Могут. Риск, конечно, есть. Но, во-первых, для этого нужно решение суда. А во-вторых, у меня прекрасные адвокаты, которые собаку съели в данном вопросе. Ну так сколько? Валь, помните о сыне? Прошу всех встать. Прошу садиться. Продолжаем судебное заседание. Гражданка Вергизаева, встаньте. Вы признаете себя виновной в покушении на жизнь гражданина Шагина? Признаю. Ваша честь, по всей видимости, моя подзащитная не поняла сути вопроса. Можно... Я все поняла. Я признаю себя виновной. Мы же с вами, кажется, договорились. Ваша честь, позвольте мне. Вы же потерпевший. Да, я хочу выступить в защиту Вергизаева. Вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Уважаемый суд, в этом происшествии есть и моя вина. Я невольно заставил Валентину считать, что причастен к смерти ее мужа и ничего не сделал, чтобы убедить ее в обратном. Я потратил все силы, чтобы убедить суд в своей невиновности, забыв, что есть родственники, которые тоже нуждаются в нашем покаянии и которые хотят, чтобы эти слова были сказаны не перед угрозой заключения, а искренне. Я не успел это сделать, и я прошу прощения сейчас, когда мне ничего не угрожает. Я прошу суд смягчить приговор. Я не чувствую себя пострадавшим. Ранение легкое. Плечо зажило. И у меня нет никаких претензий к Вергизаеву. Я прошу суд учесть это при вынесении приговора. Спасибо. Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Ну и чего вы добились, им? Поверили в Шагину. Так вот, когда вас посадят, а вас посадят, я вынужден буду от вас отказаться. Я не работаю с теми, кто мне не доверяет. Ой. Прошу всех встать. Именем Российской Федерации, изучив все материалы дела и выслушав показания потерпевшего, суд признал подсудимую Вергизаеву виновной по статье 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, имеющее место примирение сторон, а также отсутствие тяжких телесных повреждений потерпевшего, чистосердечное раскаяние подсудимой и отсутствие в ее действиях умысла позволяют суду приговорить гражданку Вергизаеву Валентину Анатольевну к 2 годам условного заключения. Приговор вам понятен? Да. Вы свободны, гражданка Вергизаева. Судебное заседание объявляется закрытым.
пойду, танцуйте. Давай. Привет. Я не ожидала. Ну, то есть, конечно же, я ждала и очень рада. Поздравляю. Да, извини, что я... Спасибо. Пойдем туда. Опоздал тут. Ничего. Ничего. Фух. Вот здесь я принимаю поздравления, подарки. Так. Поздравляю, с днем рождения. Что там? Да, весело здесь. Великий ученый, юрист России. Спасибо. Правда, спасибо большое. Я как раз мечтала о таком подарке. Ну что, я хочу произнести тост. Стоп. Шагин, это моя любимая песня. Пойдем потанцуем. Нет, нет, я пас. Как так? Подожди. Ну, пожалуйста. У меня же день рождения, сейчас я хочу танцевать. Пойдем. Ну? Шагин. А оказывается, ты неплохо танцуешь. Я очень рада, что ты пришел. Ничего? На ноги не наступаю? Кто эти ребятки? Это Дима и Дима. Мы учились с ними в одном классе. Одноклассники? Угу. Да, я видел, как они ревнуют уже. Да ну перестань, они просто выпили. Кстати, а почему ты трезвый? Ну-ка, пойдем, я это исправлю. Ну, попробуй исправить. Я хочу тост. Он есть. Дорогая коллега, ты находишься в начале своего пути, и у тебя есть одно замечательное преимущество перед всеми адвокатами всего мира. Ты прекрасна. Ребят, а вы не заблудились? А я хочу предложить вам подняться наверх, покурить. Илья не курит. Илья может сам ответить, наверное. Ребят, дверь за право. И я не хочу портить свежий воздух. А познакомиться с нами поближе вы тоже не хотите? Ребят, давайте не будем портить нашей замечательной Эльзе ее день рождения. Димочки, а может быть вы пойдете отдохнете, выпьете, потанцуете, хорошо? Да, конечно, я согласен, да. Извините, что помешали. Ничего. Извините. Только отдыхайте. Девчонки, я вам сейчас шампанское. Я очень рада, что ты пришел. За тебя. Шагин. Да? Я смотрю, ты не очень пьяна. Я держусь, конечно. Я надеюсь, ты отвезешь меня домой? А как же? Конечно. А я смотрю, ты все-таки вышел покурить. По-моему, мы договорились не портить вечер, да? Так вечер уже закончился, уже час ночи. Ребят, ну правда, прекращать этот детский сад уже не смешно. Ладно, все, ребят, разошлись. Куда пошла? Ну-ка. Тихо, тихо. Ты что сделала? Пойдем, Илья. Пойди, помоги ему. Все, мужики, все нормально, нормально. Ну что, спасибо тебе за этот вечер и за эту прекрасную ночь. Прости меня, пожалуйста, за моих одноклассников. Они очень хорошие ребята, просто выпили лишнего. Да, замечательные ребята. Знаешь, я никогда так не чувствовал себя. Как? Вот так. Не знаю, что ты себе придумала. Может, еще раз подумаешь? Не хочу.